центре спасения медвежат-сирот новый постоялец. Он прибыл из Псковской области пару дней назад. О том, как транспортировали косолапого, рассказывает Мария Шалованова. На прошлой неделе в центр спасения поступила информация о том, что во время заготовки дров тракторист увидел убегающую медведицу. Ее спугнули громкие звуки техники. Вернуться за своим детенышем она не смогла. Побоялась. Вчера лесорубы обнаружили при заготовке дров. Тракторист увидел, как медведица убегает из берлоги. Вот, а в берлоге остался маленький медвежонок. Медвежонок пока в порядке, хотя провел некоторое время на свежем воздухе. Глаза у него пока закрыты. Как только с центром связались, на место тут же выехал Сергей Пожетнов. Необходимо было забрать медвежонка и оформить документы передачи. Все, сейчас мы акт составим. А меду запаслись медвежонку? Так что ли пойдете? Никакого меду. И правильно, никакого меда. В этом возрасте только теплое молоко. Именно благодаря необходимым знаниям семья Пожетновых за долгие годы выходила не один десяток малышей. Теперь еще один подопечный отправляется в новый дом. Новобранцу дали имя – Блэк. Он самый темный из всех медвежат. Но аппетит у малыша хороший. Блэк уже познакомился с остальными 8 медвежатами, с которыми он общается во время прогулки после кормления. Ну а тихий час он проводит в компании с Вестой и Веней, медвежатами из Вологодской области.